интересно. Ссылка в описании я оставлю. Напарник сделает обзор характеристик данного автомобиля. Сейчас я расскажу вам полные технические характеристики автомобиля, а именно автобуса КАВС 3976 2007 года выпуска. Назначение у автобуса пригородный. Класс автобуса малый, дверей одна. Длина 6915 мм, ширина 2380 мм, высота 3030 мм, высота потолка в салоне 1840 мм, ширина дверей 650 мм. Двигатель ЗМС 511. Тип двигателя бензиновый. Расположение переднее продольное. Объем 4250 литров, а мощность 25 лошадиных сил. Максимальные обороты 2500. Расположение цилиндров V-образное. Количество цилиндров 8, степень сжатия 7,6, топливо АИ-80. Колесная формула 4 на 2. Двигатель коробки передач ГАЗ-3307. Тип коробки передач механическая, количество передач 5. Расход топлива 22,8 литров на 100 км. Объем бака 105 литров. Снаряженная масса 4450 кг. А максимально допустимая масса 5870 кг. А база 3770 кг. На этом характеристики окончены, но еще бы хотел сказать вам цену. Цена зависит от состояния автобуса. От 50 тысяч до 500 тысяч рублей. На этом все. Мы вам покажем интерьер и экстерьер данного автомобиля. Подписывайтесь на наш канал. Кстати, про мутных замутов, как я сказал, ссылка в описании я оставлю.